Обладательница титула Королева России 2019 лишилась своей гордости, короны стоимостью 10 миллионов рублей. Блондинка заявила, что ее ограбили. Ирина Воронцова написала заявление в полицию. Королева России сообщила, что в ее дом на Рублевке проникли воры, пока она принимала участие в модном показе в Люксембурге. Вскрыли сейф, забрали все золотые украшения, деньги, похитили около миллиона рублей. А главное, мою корону, пожаловалась блондинка в интервью КП. Ирина получила корону в 2019 году после победы в конкурсе красоты «Королева России». Тиара изготовлена из белого и желтого золота и украшена рубинами и жемчугом. Примерная стоимость короны – 10 миллионов рублей. Общий ущерб, с учетом украденных драгоценностей и денег, составил более 14 миллионов рублей. Воронцова убеждена, что ее ограбил кто-то из ее персонала или преступник, действовавший по наводке ее работников. Впервые в истории корона конкурса «Мисс Германия» досталась 35-летней участнице. Мисс Томск недавно оказалась в центре скандала. Девушка устроила истерику в такси. В декабре корону «Мисс Москва-2019» завоевала Владлена Богомолова.